В обновленном трудовом кодексе впервые предусмотрено регулирование дистанционной работы. Так называемая удаленка в эпоху четвертой промышленной революции или индустрии 4.0 будет удобна во многих сферах. То направление занятости, которое активно развивается, это сегодня тенденция, которая есть во всем мире. И не зря Международная организация труда как раз-таки обратила на это внимание, что нет сегодня подходов, что у каждого своя разрозненная практика. Вот почему наш трудовой кодекс сегодня это предусмотрел, это уже как норму определил. С развитием интернета обмен результатами интеллектуального труда значительно упростился. Сейчас тройки лучших удаленных кадров – IT-специалисты, менеджеры отдел продаж, финансисты. В ближайшее время Федерация профсоюзов совместно с представителями парка высоких технологий обсудит правовые аспекты трудовых отношений между теми, кто работает в нашей стране, а наниматель – иностранец.